На дворе апреля, это значит, что до единого государственного экзамена остается все меньше времени, и вопрос поступления в достойный вуз стоит особенно остро. Для того, чтобы помочь будущим студентам выбрать место обучения и определиться с выбранной профессией, 3 раза в год в Российском университете Дружбы народов проходят Дни открытых дверей. Важное событие и для школьников, и для родителей, даже просто побывать в университете, в стенах университета и понять дух наш, побывать на экскурсии на факультетах, увидеть нашего ректора, услышать его выступление, что немаловажно, понять, какой минимальный балл при поступлении. В холле главного корпуса РУДН на многочисленных стендах представлена самая полная информация об учебном процессе, культурной жизни, образовательных программах и других возможностях, которые дает университет. Студенты и преподаватели охотно отвечают на вопросы абитуриентов и дают ценные советы, которые, несомненно, понадобятся при поступлении. В РУДН больше 50 лет работает программа по подготовке переводчиков для специалистов различного профиля. Все наши студенты при желании могут получить диплом переводчика помимо основной специальности, основной профессии соответствующего диплома. В РУДН есть центры по приему международных сертификационных экзаменов, и у многих студентов, которые заинтересованы в получении таких сертификатов, у уровня владения иностранными языками есть возможность сдать подобные экзамены прямо здесь, в стенах нашего университета. Самые главные задачи для абитуриентов сегодня – успешная сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗ. Здесь важно не ошибиться со специальностью и местом обучения, ведь от этого зависит не только уровень образования, но и успешность дальнейшей карьеры молодого специалиста. Российский университет Дружбы народов заслуженно привлекает внимание абитуриентов по многим причинам. Меня интересует РУДН как международный университет, который готовит классифицированных специалистов. Именно меня интересует направление гостиничный бизнес и туризм. Интересно своим двойным образованием и возможности практиковаться в различных классифицированных туристических агентствах и отелях. В РУДН есть возможность, то есть, общаться с иностранными гражданами, то есть не выезжая из страны. Это очень хорошая практика, то есть это очень удобно, получается много друзей. На мой взгляд, самый перспективный университет для изучения языков – это РУДН. Интересен РУДН как такой международный университет, который открывает много возможностей, интересует экономическое направление, то есть экономический факультет и институт экономики и бизнеса. Интересно посмотреть, какие дисциплины здесь у вас, проходные баллы. Это вуз, в котором учатся много национальностей, различные масса конфессий, все, какой дружба заключается, самое главное. Столько народу в одном целом, в одном здании, это очень замечательно. На традиционной встрече с руководством университета старшеклассники знакомятся с программой и системой обучения в РУДН, задают интересующие их вопросы. Предоставить наиболее полную информацию по всем направлениям подготовки, сориентировать будущих студентов в выборе вуза – вот главная задача мероприятия. Ведь правильный выбор места обучения сегодня, несомненно, повлияет на успешную карьеру молодого специалиста в будущем. Екатерина Гульбина, Олеся Захарова, Лейла Сабаниева, Вазим Шахриар, Мухаммад Залиту. Новости ТВ РУДН.